Шаббат шалом, дорогие. Когда мы говорим о детях, это очень важная тема. Я верю, когда дети среди нас, они учатся не только славить Бога, петь, после всего пойти в школу наверх и там повеселиться с нашими учителями. Я верю, что когда наши дети, они находятся среди нас, они учатся морали от нас, тех, кто следует за Господом. И по правилу любой общины, дети – это часть наследия будущего. И Библия всегда указывает на это будущее. Писание говорит о том, что когда родится у тебя сын или дочь, то ты ее должен или его принести перед Господом. Сегодня у нас есть семья, да, которая хотела бы и желает, чтобы не только я, но и вся община помолились за их дочь, которая родилась буквально недавно. Ее зовут Дарина, как дар Божий. Поэтому я прошу, Оля, Тоха, пожалуйста, подойдите сюда. Даже платье дело, конечно. Ой. Ой, Дарина, дайте. Ой, как хорошо. Вот то мое. А? Ну, это по Писанию, оно же Богу принадлежит, но я не Бог. Да, выкупай. Не, выкупать он уже выкупил свое. Я бы хотел, чтобы мы помолились о том, что Библия говорит как благословение. После дней очищения мать Иешуа, Мессии Иисуса, пришла по обыкновению, после очищения в храм, чтобы принести должное за ребенка. Когда мы приходим в собрание, мы должны принести должное за дитя. Мы все, что можем сделать, это пообещать Богу воспитывать Бог, именно в Божьем страхе, богобоязненности. Это будет ваша задача после того, как я ее передам вам в руки, как символ, символ воспитания. Но все, что сегодня на моих руках, должно быть выкуплено. Я знаю, что надо, все оно положено, все нужно, как сделано, как символ. Но в этом есть символ и есть сила. Когда Иешуа принесли, Симеон стоял и ждал чаяния. Он взял его на руки и говорит: вот, ой, Боже, отпускаешь меня, я видел спасение Израиля. Ханна, которая была вдовой, она стала пророчествовать о нем и слагала Мирьям это в свое все сердце. Я бы хотел, чтобы вы помолились, и если у кого-то будет слово для Дарины, я прошу, чтобы вы записали его, либо передали родителям. Ой, да-да, неудобно, кушать хочется, я понимаю, что я не мама. Да? Но я хотел бы, чтобы мы сейчас все встали на наши ноги. Авину Шабашимаем, Аба, великий дар человеку, Господь, когда ты благословляешь его наследием. И мы благодарны, Господь, за эту прекрасную Дарину. Дар, который ты дал, Господь, для этой любящей пары. И мы, Господи, в твои руки святые передаем ее, и чтобы ты благословил ее, сохранил ее, осенил светом лица своего. И мы говорим: да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим, помилует тебя. Да обратит свое лицо Господь на тебя и даст тебе шалом. Евхеха Дунай, ваишма хехеха. Евхеха Дунай, панавелеха, вихунеха. Иса Адонай, панавелеха, весем леха, шалом. Амен. Держите. Авину Шабашимаем, Аба, мы также молим Тебя за родителей.
Наши дни на земле не коротки, но Господь, дай нам пройти эту жизнь так, чтобы видеть наследие нашего наследия. И мы просим, Господь, мудрости, целомудрия, чтобы воспитать ее в страхе Твоем, благословении Твоем, чтобы когда она вырастет, она не сбилась с пути, на которое Ты, Господь, поставил. Пускай Слово Твое, Твоя Тора будет путеводителем для нее и для родителей. Мы благодарим Тебя, что в наши руки Ты даешь наших детей для воспитания, для будущего. Во имя Иешуа Мессии. И весь народ сказал: Аминь.